Ну, бассейн, это, конечно, плохо, с одной стороны. Много мирных жителей погибнет. Но я думаю, что уже, наверное, мне кажется, одной Америкой дело уже не ограничится. Потому что сейчас начнут, как они объявят, джихад, если я не ошибаюсь, да, священную войну. И мне кажется, будут потрясения еще. Я боюсь, что они нас тянут тоже в эту войну, и мне это совершенно не нравится. Хотя я понимаю, что с террористами бороться надо. Каким образом? Вы боитесь? Я не знаю, я думаю, что политическим путем. Нельзя всех убить. Террористов есть здесь, они будут мстить. Вы чувствуете? С вами сейчас Эвертсон будет встречаться. Ну, понятно, ты. Потому что, когда мы видим, что творится у нас на границе, то, что мы можем. Мне, я хотел бы подчеркнуть с самого начала. Если будут выходы беженцев, мы готовы в каком плане выполнить решение политического руководства Таджикистана. Если руководство Таджикистана принимает решение беженцев принять, значит, мы будем их пропускать через государственную границу и, соответственно, совместно со спецслужбами Таджикистана в этой массе будем предпринимать меры по выявлению боевиков Талибана. Наша фракция выступает за увеличение средств в бюджете. Несколько лет вот такая угроза стоит перед всем миром, в том числе перед Россией она встала уже давно. К сожалению, сейчас просто мы почувствовали масштабы, почувствовали возможность, понимаешь, вот этих террористических организаций. И, безусловно, и пограничная служба Российской Федерации, наряду как пограничники практически, наверное, всех государств, мы будем менять и свой порядок своих действий, понимаешь, мы думаем сейчас, понимаешь, как наиболее обезопасить, понимаешь, и аэропорты наши, и в морских портах, понимаешь, для того, чтобы не допускать, понимаешь, проникновение через границу, понимаешь, и боевиков самих, понимаешь, оружие, средств диверсии там и так далее. Смотрите, в каком состоянии находятся те наши подразделения, которые на границе находятся.